Фасад новой школы постепенно приобретает завершенный вид. Здание утепляется снаружи, стены готовятся под покраску. Строительство школы в микрорайоне Новой Самары идет в плановом режиме. Работают две подрядные организации. Уже началась отделка интерьера и благоустройство пришкольной территории. К концу года здание должны ввести в эксплуатацию. Самара развивается и к югу, и к северу. На городских окраинах сегодня строятся десятки тысяч квадратных метров жилья. Вместе с ними сюда приходят и социальные объекты. Эта школа на 1200 мест. Она не только решит проблему для горожан, которые здесь уже живут, но и обеспечит запас учебных мест для детей, которые будут жить в новостройках. Сегодня ход строительных работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. В будущих школьных кабинетах сейчас делают стяжку пола, строители штукатурят коридоры и лестничный марш. Завершается гидроизоляция крыши. Учиться здесь будет не просто комфортно. Школа будет соответствовать современным стандартам образования. Работы достаточно серьезные проведены с момента моего последнего посещения. Уже приступили к отделочным работам в части помещений, приступили к благоустройству территории школы, расчищают площадку под спорт-ядро. Поэтому, конечно, все, что было запланировано по графику, все работы выполняются в срок. Жителям окрестных кварталов больше не придется возить своих детей в другие микрорайоны города. Сейчас школьники из Новой Самары учатся в основном в поселках Мехзавод и Крутые Ключи. Новое учебное заведение примет всех. Причем параллельно с возведением зданий обустраиваются и подъездные пути. Здесь у нас дороги микрорайона Новая Самара, так называемый третий этап. И за вот строящимся девятиэтажным домом, за ним второй этап. Вот третий этап у нас уже фактически на 95% завершено. По второму этапу, там порядка 80% также дорога в нижнем слое сделана. У нас на днях заключается на остатки работ с того года муниципальный контракт. Кроме того, у новой школы будет мощное спортивное ядро. Планируется, что на пришкольной территории появится современный спортивный городок, где смогут заниматься все жители микрорайона. Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События.